Всем добрый день. Сегодня у нас 19 октября. Осень в разгаре. Прохладно, чтобы сказать холодина, то нет. На улице так прохладно, сколько градусов 8 тепла. Квартиры еще не топят. Вы видите по моему одеянию, тепло одето. Но я на кухне. Как всегда, будем что-то готовить. А сегодня я хочу приготовить салат. Называется «Дружба». Вкусный салат. Простой. Можно и на праздничный стол, можно и хоть каждый день есть. Салат будет с секретным ингредиентом. По ходу я все расскажу и покажу. Давайте готовить. Для салата понадобится морковь отварная, фасоль консервированная красная, 2 яйца, сырок плавленый, дружба, главный ингредиент. Так, в первую очередь яйца. Видела у одного блогера вот так. Сварила, разрезала и ложечкой вытянула. Чайной ложечкой хорошо достает. Яйца натираем на крупной терке. Тоже на крупной терке натираем. Отварная морковь. Сырок морозила минут 40. Совсем не заморозился. Я доставала сырок, как думала, на лед замерзнет. Хотела раньше вынимать, а забыла. Минут 40 был в морозилке. Это ж надо, совсем не замерз. Надо размешать. Комом, если б заморозился, то он такой был бы, знаете, пушистый, рассыпчатый. А это вот такой. Ничего. Добавим красной фасоли, консервированная, промыла ее, и секретный ингредиент — маринованные огурчики. Я вам скажу так, состав продуктов все нейтральный вкус имеют, а огурчик придаст некую пикантность салатику. На терке натираем. Слишком много их не надо, немного для вкуса. И чесночок еще добавим. Чеснок беру, зубчик. По вкусу каждый добавляет. Немного посолим. Добавляем майонез. По вкусу количество. Перемешиваем. Салат яркий, красивый. Салат готов, надо попробовать. Вот такой яркий цвет имеет салат, насыщенный и очень вкус приятный. Так.
Вкусненький. Советую, приготовьте очень вкусный салат. Спасибо, что посмотрели видео. Понравилось видео, ставьте лайки, заходите на мой канал, подписывайтесь, смотрите мои видео. И до новых встреч. И всего вам самого доброго.